Женя, ну как сложилась твоя игра с Артуром? Как обычно. Из-под земли достаем эти матчи, но такова игра, это американка. Не только американка, московская, но в этой игре очень часто это может происходить. Вот. Ну, я сыграл так, более-менее. Соперник, конечно, он слабовато по игре. Очень хорошо забивает, выхода делает, но по игре он слабоват еще. Ну, вот. Ты своей игрой доволен? А? Ты своей игрой доволен? Нет, конечно, нет. Если я был доволен, да, конечно. Был бы другой счет, мне кажется. Я бы уже давно выиграл бы, мне кажется. Где-то 5-2, 5-3. Вот. Ну, в этот раз просто сложилась очень боевая игра. Ну, это такие лузы, такая игра, ничего не сделаешь. А насколько на твою игру и на игру, может быть, Артура повлиял фактор случайности? Наверное, в этом матче, мне кажется, заступилось больше за меня. Артура? Но именно то, что случайно дурак упал в ненужный момент. Не один, по-моему, два. У него тоже один раз было. Это, еще раз повторю, такой бильярд мы сейчас играем. Женя, а как вот ты оценишь, какая игра для тебя была сложнее, вчерашняя с Хлебосолом или вот с Пивченко? Тебе как, с кем было тяжелее играть? Могу сказать. Разные? Наверное, здесь легче. Здесь легче? Здесь, да, здесь человек чаще ошибался, и мне просто надо было наказать. А там он реже ошибался. Поэтому было сложнее, наверное, так. Все ясно. Спасибо. Хотя соперник гораздо сильнее.